надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собой жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо стигнуться, не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо, я вот иду, надо, например, в одном, ну, в такт какой-то определенный иду. Например, быстро иду, у меня такая джазовая музыка в голове звучит. Медленнее иду, у меня, значит, на симфонию на какую-то переходит. Это не у всех так. Это вообще довольно у редких людей так. Ну, а поскольку я не учился, ничего никакого музыкального учебного заведения не кончал, я об этом и не думал ничего, о сочинительстве. В 79 году вышло постановление ЦК КПСС об улучшении идеологической работы. Ну, я прикинул, не смогу ли я тут в этом направлении что-то сделать. И, значит, подумал, так ведь если я буду писать песни для предприятий, и если там этими песнями я буду поднимать патриотический уровень коллектива, вот, это же полезно, как раз будет отвечать этому постановлению. Я же понимаю, если хорошая песня, она воздействует на людей, и аж их подмывает. Я первую песню, например, значит, сочинил для Свердловского кабельного завода и потом для шинного. Недалеко от Зида над собой Уралкабель стоит. Небольшой, хоть и скромного вида, но в делах на весь мир знаменит. Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда. Нет на карте страны даже точки, не служили бы где провода. Нет на карте страны даже точки, не служили. Так я когда приехал сдавать на кабельный завод, у директора завода было совещание, было примерно так человек 40 у него народа. И вот когда совещание кончилось, и он сказал: товарищи, пока не расходитесь, говорит, сейчас, говорит, вот нам покажут песню, которую, значит, написали для нас. Магнитофон как раз они принесли, вот. И, значит, я им показал. Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда. Нет на карте страны даже точки, не служили бы где провода. Волочильщики, изолировщики, испытатели, опрессовщики, скрутчики, бронировщики, они своих дел мастера. Так понимаете, когда песня прозвучала, то человек 10, ну, я не помню, 9, 10 или 11, но факт то, что примерно в среднем человек 10, 8% 25 всех присутствующих, даже были, понимаете, с мокрыми глазами. А одна женщина вообще плакала, у нее прям слезы шли. Я, глядя на нее, сам понимаете, это у меня слезы пошли. Я сидел тут неподалеку от директора, и мне пришлось встать. Я отошел к окну, отвернулся от всех, мне неудобно. Я вытащил платок, и, значит, минут пять я унимался, пока, понимаете, это у меня это волнение закончилось. Нужны провода на заводах, нужны и в обычных домах, кораблях, на морях и в полетах. И потом сразу они стали эту песню крутить на проходной каждый день, утром и вечером.
Вот, на холме недалеко от Виза наш завод «Уралкабель» стоит. Небольшой, очень скромного вида, но в делах на весь мир знаменит. А потом замначальника главка попросил меня распространить эту песню на все кабельные заводы Советского Союза. У них, говорит, их 52 завода. Как, говорю, с оплатой будет, потому что надо же летать. У них один завод в Хабаровске, а другой вот в Кировской области, а третий под Москвой. Ну и, в общем, расстояния большие. Вот он говорит, все, говорит, будет оплачено, говорит, вся ваша работа будет оплачена. Ну и, значит, ну и я говорю, а как вы мыслите, говорю, это сделать? Я говорю, ведь все-таки эта песня-то для Свердловска, Уралкабеля, а там, говорю, указано примерно географическое положение, там завод ВИЗ упомянут, вот. Я говорю, как вы мыслите? А он говорит, вы давайте, говорит, вот делайте так, что припев, говорит, пусть будет такой же, потому что он для всех подойдет, вот. И, значит, припев пусть будет, музыка пускай будет это же самое. Как раз, говорит, предприятию будет дешевле, они за музыку не будут платить. И, значит, и в то время, говорит, песня-то хорошая. Ну и вот, ну я, значит, давай летать. Наш сосед, старинный Владимир, недалеко родная Москва, и в кольчуге на нашем отныне свою песню поют мастера. Наш сосед, знаменитый Ульяновск, недалеко родная Москва, и в Мордовии нашей, в Саранске, свою песню поют мастера. Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда. Нет на карте страны даже точки. Ну, на 8 заводов я еще слетал. А потом я много раз застрял в аэропорту. Ну, все-таки у меня возраст подходящий. Ну, и получается, в общем, я устал. Благовещенск, Москва, Благовещенск, Москва, поезд 390. Написал я слова и запелись слова, сочинилась песенка просто. Вагон номер 6, вагон номер 6, в нем я ехал тогда в Свердловск-Киров. Проводницей была, расчудесная девушка Ира. Проводницей была, расчудесная девушка Ира. И купе подметет, и чай принесет, а на столике сахар, печенье. Пассажиры пьют чай, и я тоже пью чай, и пришло ко мне вдохновение. И приветливых... Ну и с этого времени все, я уже не стал больше работать на должности, а только занимался сочинительством. Начал писать песни для предприятий. Вот так вот и моя работа шла. По стране поездов, больше тысячи может быть мчится. Это много вагонов, очень много вагонов, и в каждом есть проводницы. Знает зеленого золота, это наш государственный лес. Его любим мы с раннего возраста, он таит в себе много чудес. Для детей чудеса эти в сказках, летний отдых и лыжи зимой, а для взрослых в защитных касках каждый день объект трудовой. Для вальщиков, сучкорубов, чекировщиков, трактористов, водителей, штабелевщиков, каждый день объект трудовой. Благодарны мы нашему СНИЛПу, создающему новую технику. С ней намного наш труд облегчился, изменилась совсем лесосека. Нет обрубщиков, чекировщиков, раскрежовщиков, нет трактористов. Операторы есть, водители, в остальном везде машинисты. Благодарны мы нашему СНИЛПу, создающему новую технику. С ней намного наш труд облегчился, изменилась совсем лесосека. Нет обрубщиков, чокировщиков, раскрежовщиков, нет трактористов, операторы есть. Песня, конечно, хорошая. И вот, ну, получилось так, что одновременно с песней для нашего института точно на эту же музыку, но с небольшим изменением, написано для Кировской области, для Пермской области.
И, конечно, для нашего коллектива это был большой удар. Не везде пока что такое, но, конечно же, смогут добиться, чтоб в лесу не тонули по пояс, не болели б людей поясницы, чтоб в лесу не тонули по пояс. Что, спина не болит, что ли? Спина болит. Лесокультурника, лесохозяйственника, тракториста, водителей, станочника, с лесом связан день трудовой. Лесоводы области Пермской, выполняя план пятилетки, носят свой план детский, хозяйство страны советской. Мы живем в знаменитом Свердловске, завод Эма, родной наш завод. Небольшой он, по виду неброский, но в делах впереди каждый год. Великолепная песня. Эта песня у нас всегда с нами. Праздники, будни. Так что русская, хорошая русская песня нужна каждому предприятию. Для того, чтобы как-то коллектив работал лучше. Родился завод в 41-м, когда шла ураганом война. Фронт снабжал он мединструментом, помогая в разгроме врага. Штамповщики и слесари, фрезеровщики и токари, полировщики... Более 100 предприятий в настоящее время уже имеют мои песни. Эти песни работают следующим образом. Переписывают на грампластинке на бытовой студии звукозаписи. И там... Эти пластинки дарят ветеранам труда, выходящим на пенсию, с напутственными словами руководства предприятия. Дарят молодым ребятам, идущим в армию, эти пластиночки на память о своем родном предприятии, о своем родном, значит, коллективе. Теперь, значит, дарят побратимам, если у них есть, приезжают побратимы из-за границы, то же самое, значит, им дарят на память эти песни. Теперь дарят товарищам, которые приезжают... по обмену опытом. Вот. В общем, вот таким образом, в пионерских лагерях они звучат, там они популяризируют труд родителей в глазах их детей. И, в общем, песни вот так вот работают. Я считаю, что это песни работяги. Бухтурские горы и шинный завод давно уж соседствуют рядом. Здесь юная смена рекорды дает под стать боевым ветеранам. Суровые годы... А в отношении, что каждый коллектив хотел бы иметь свою песню, так это даже сомнений никаких нет. Это я убедился. И планы давали до срока. На заслуженный отдых идет ветеран. С почетом его провожаем. Здоровья, здоровья, здоровья ему. На долгие годы желаем. Уктурские горы и шинный завод давно уж соседствуют рядом. Здесь юная смена рекорды дает под стать боевым ветеранам. Если у меня сильное дарование композиторское, то я для композиторов являюсь каким-то соперником. А ведь я знаю, что, вот сейчас я знаю, но раньше я еще не знал, сколько у нас членов Союза композиторов. А сейчас я знаю, что членов Союза композиторов 2500. Вот, 2500. А, значит, из них 800 музыковедов и 1700 композиторов. А вот как мы видим, песен ведь у нас не ахти как много. А если бы каждый бы композитор, вот 1700 их, если бы в год хотя бы по одной хорошей песне бы создавали, так было бы 1700 песен хороших. Это же было вообще завались. Вот. Однако же мы не видим, не слышим. Я вот слышу довольно очень много и по радио, и по телевидению слабеньких произведений. Большая, великая, единственная. Нас много у тебя, Родина. Тебе трудно услышать каждого из нас, Родина. Но если кто и может услышать каждого, то это только ты, Родина. Ты
Наше творческое наследие вот в нашей организации здесь, вот оно здесь сосредоточено у нас. Вот наша здесь библиотека. Правда, это не библиотека, это хранилище просто. Но здесь есть произведения, которые, так сказать, не боятся времени. Конечно, таких произведений не так много, так сказать, но всякие они есть. И, к сожалению, произведения эти не живут. Если что-то исполнялось из уральских композиторов, то исполнялось только под нашим давлением. Причем в большинстве случаев мы оплачивали эти исполнения сами. Ах, жить бы мне на свете гордой птицею, не мучиться по тропости вовек. Друзья советуют, иди в милицию, иди, парень. А что? Не буду человек, как человек. Праздничный привет трудящимся производственного объединения. Привет Оффы Сердника. Ура! Ура! Сейчас перестройка, поскольку стали, значит, требования в отношении качества продукции увеличились, требования, и поэтому сейчас передовых предприятий уже меньше стало, которые бы заказывали себе юбилейные песни. Вот. И поэтому, значит, я и хотел организовать кооператив, поскольку в настоящем законе о кооперативах, значит, они имеют право открыть свой счет в банке, и, значит, а предприятия как раз имеют возможность перечислением выплачивать деньги. И поэтому мы могли вполне очень хорошо бы работать. У нас бы не было никаких препятствий, потому что перечислением почти у каждого предприятия деньги есть. Два месяца целых я ходил, убил время, меня от одного к другому человеку посылали. И, в общем, и в конце концов, значит, отказ. Небеса отличного литья, понизу окалина заката, рабочая окраина моя. В остром сарафане листопада, а в небе звезды ранние.
как бусинки повисли. Рабочая окраина, ты в самом центре жизни. Рабочая окраина, ты в самом центре жизни. Если бы мне не мешали, уже бы по всему Союзу бы песен было вообще, бог знает сколько, вот, и было бы, и оперета была бы, может быть, не одна даже, и, может быть, и опера бы, может, уже не одна была бы, потому что у меня это все получается довольно, ну, просто, вот. Даже, ну, говорят, что, значит, некоторые композиторы командуют своим вдохновением. Может быть, я отношусь как раз вот к таким композиторам, что я могу командовать своим настроением, вот, вдохновением. Потому что я беру, например, какое-то стихотворение, раз я вдумался в это содержание, раз я настраиваюсь, и буквально даже вдохновения вроде бы никакого мне не надо, я начинаю петь, а потом оно вроде бы ко мне как-то оно само приходит, и у меня песня получается, вот. И также можно было бы, поскольку я не знаю, ну, нот не знаю, я бы мог на магнитофон все партии оперы, например, записать. Спел, и все. А там только переписывай на бумагу, на ноты, и пожалуйста. Также с симфоническим оркестром мог бы также позаниматься, как я вот с этим ансамблем у нас работа идет. Говорит Челябинск, 8:40. В эфире передача «Наши гости». Самодеятельный композитор из Свердловска Евгений Шакунов. У Камани на Южном Урале Речкай и гора Касатур заводу рождение дали, железу, булату, гравюре. Заводу рождение дали, железу, булату, гравюре. Поводом к знакомству со свердловским самодеятельным композитором Евгением Петровичем Шакуновым стала эта песня, написанная им в связи с 230-летием Златоустовского машиностроительного завода имени Ленина. Златоустовцы одаренные, профессии влюбленные, мечтою окрыленные, всегда своих дел мастера. Так, товарищи киношники, может быть, при киностудии можно кооператив организовать, музыкальный. В самом центре рабочего края киностудия наша стоит. И шедевры она выпускает, коллектив на весь мир знаменит. Не грустите, Евгений Петрович, что таланту признания нет. И в кино мы зарплату утроим, ведь работаем все много лет. И в кино нашим платят немного, а ведь мы своих дел мастера. Операторы, звукооператоры, режиссеры, администраторы, монтажницы, редакторы, все работаем тысячу лет. А я уже вот с 76 года уже занимаюсь этой работой и на должности нигде не работаю. Обхожусь без твердой ставки, зарабатываю намного больше, чем многие профессиональные композиторы. Вот так.